Итак, всем привет. Давно собирался снять, но не было времени, так скажем, снять аквариум. Я теперь аквариумист. И, собственно говоря, вот мои рыбки. Приобрел барбусов. Ну, как бы денег нет особо. Последние 800 рублей вкинул. Вот, в принципе, как это выглядит. Но вы не думаете, что вот это вот все стоит 800 рублей. Это стоит гораздо дороже. Я про рыбок. Собственно говоря, про рыбок. А не про сам аквариум, потому что это давнишняя история. Лет 15 назад я купил этот аквариум. Это аквариум на, по-моему, 45 литров. Телевизор, фильтр. Ну, все тогда было куплено. Потому что если брать сейчас, то это порядка, наверное, вот, даже вот, что вот сейчас здесь есть. Это, я думаю, тысячи на 3. А может и на 4. Я, правда, не знаю, сколько сейчас это все стоит. Вот. Так, что у нас есть? Вот у нас барбусы такие. Ну, они прикольные, кстати говоря. Короче, если кто хочет заводить рыбок, и вам в аквариуме особо не нужна тоска, заводите барбусов. Они как бы, ну, в любой ситуации устроят движуху. С мирными рыбами они, в принципе, нормально контачат. Но особо мелких могут, короче, поклевать. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки нормально они уживутся. Правда, вот единственное, что они большие, вырастают сантиметров по 5. Это достаточно большая рыба для, ну, для моего аквариума. Мне такие, конечно, здоровые не нужны, но посмотрим, как будет развиваться событие. Также есть гупешки. Вот там самец, вот этот, блядь, петух, блядь, крашеный. Также есть 3 креветки. Я потом поставлю на словно, не знаю, если выползут они. Но их достаточно трудно заметить. Есть одна сом-присоска есть. Также достаточно здоровый. Я его все хочу кому-нибудь отдать, потому что слишком шумно он тебя ведет по ночам. Вот эти камушки разгребает. 3 улитки. Тут. Ой, за 3 штуки. Ну, в принципе, улитки от темы они должны быть. Искал я другие, но, к сожалению, под пузырьки. Не могу найти. Тут еще одна. Такая замаскировалась, типа ее никто не видит. Так, ну, сейчас попробую. Ну, в принципе, и больше тут ничего нет. Немного растений, кстати, растений. Ну, все же опять упирается в деньги. Если вы, допустим, меценат, и у вас есть лишние деньги, то я с удовольствием приму ваши средства. Ссылку я оставлю в описании на WebMoney. Если кто действительно располагает какими-то бюджетами, небольшими, так скажем, чтобы мне помочь собрать аквариум, потом я все покажу, вот, то присылайте ваши денежки, буду очень рад, но помечайте, типа, на рыбок, чтобы я понял, что это на рыбок, вот, и тогда этот аквариум я максимально преображу. Тут вот, ну, как бы сейчас такая пустыня, ни растений, ничего нет, ну, вот, есть какие-то отростки там, давали мне. Вот, собственно говоря, с этой стороны хочу прям такие джунгли сделать, а тут будет такая небольшая пустыня. Вот. Хотел сначала сделать декорацию Спанч Боб, но 2000 для меня дорого. Ну там вот дом, Красбургер, вот этот дом, сам Губка Боб и такая, ну прикольно смотрится. Кто живет на дне морском, Спанч Боб. Так, и наша задача найти креветок, показать вам. У меня огромный барбус там что-то уже тащит уже. Они как бы постоянно без дела не сидят, у них дела. А вот креветок, наверное, вам вообще не покажу. Но я их сам увидеть пока не могу. Да, и крышка вот еще нужна. Крышка, кстати, очень дорого стоит. Надо что-нибудь самому будет тогда колхозить. Потому что, значит, на этот аквариум стоит порядка. У меня вот такой вот колхоз. Также лампа нужна, чтобы вот, ну, блядь, так скажем, собрал из того, что было. Вот, ну, короче, потихоньку, я думаю. Ну, если кто, с вашей помощью, конечно, это я к меценатам обращаюсь, дела, конечно, пойдут быстрее. Ну, так потихоньку буду стараться, ну, сделать аквариум, и пусть вот своя жизнь живет. Сом, он тусуется либо тут. Дыра какая-то, дырище просто.
Где он? Так, вид сверху. Там барбусы. А, сон, вот. Сейчас будет вид, нет? Ну, там рогатый такой, достаточно здоровый. Ну, а креветки, как обычно, где-то ползают. Ну, они выползают, конечно. Сейчас, говорит, можно эксперимент провести, покормить рыбок. И, возможно, они выползут. Креветочки, ну и больше тут нет. Камушки это. Камушки, кстати, мне тут нравятся такие. Я так понял, такие, ну, которые нормальные. Не вот эти вот рыжие, это я покупал 100 лет назад. А вот такие вот сморей камни. Нормально смотрится. Осталось, короче, зеленый, ну еще рыб. Я думаю, из десяток каких-нибудь тоже маленьких, небольших. Улитку можно купить такую. Я не знаю, как она называется, с трубкой, ну, воздухом дышит. 100 лет назад как-то были прикольные. Вот ихняя кормежка. Ну, хлопья купил живым кормом, мотылем. Я слишком ленив. Как бы они ест хавают. Я понимаю, что надо баловать, но, блин, тут мнения разделились. Кто говорит, это лучше, кто говорит, там лучше. Не знаю, кому верить. Так. Все, насыпал. Барбусы заселились вчера, поэтому они, ну так, вроде хавают. Сейчас, в принципе, должны подплыть, если меня не напугаются они. Ну, типа, какого хера тот сидит. Вот, и, в принципе, креветки, они моментально, ну, не моментально, но я замечал, что он уже какие-то рыбы подплыли. Видите, пока стесняются. Не надо стесняться. Гупёшки самые рождающие, как мне объяснили. Так что, ну, если их барбусы не будут клевать на мальков, то, в принципе, гупёшку через полгода будет достаточно много здесь. Ага, все. Барбус учуял едьбу. Хлопья прикольно так падает вниз, что они не доедают, потом ночью вылазит, доедает сон. Поэтому самое это дело. Только шумные они, конечно, но дело свое знает. Смотри, кушает. Вот это вот, по-моему, беременная гупи. Там прям точит. Но ей, наверное, надо. Так что хлопушки нормально едят. Так, креветочки нас интересуют. Креветки у меня, они сначала сидели в фильтре, потом вот этот корабль захватили. Всю неделю они на этом бревне сидели, не знаю. Рассечет, ни одной нет. Может, вас уже съели? Так, две улитки, еще где-то третья лазит, я ее найти не могу. Ну, может, плохо искал. Ну, улитки я ничего не так. Медленно, не торопливо живут. Барбусы. Короче, от хлопьев они в восторге. Вот, поэтому будем продолжать кормить хлопьем. Потому что живым бутылем я вообще не представляю, как это где его. В морозилку. Если я в морозилку червей засуну, я из дома меня точно выгонят. Поэтому пусть лучше. Уж лучше хлопья, чем нет ничего. Это я так почитал состав. Там, в принципе, все, что надо, рыбу есть. Что-нибудь в траве там где-нибудь? Я представ... О, креветку одну нашел. Представляю, кто-нибудь там видео сейчас напишет. Макас, да вон же они. Вон, сейчас приближу. Блин, он за кусу зашел. Паразит. Вон. Блин. Ну, естественно, он уже убежал. Он прям так вышел. Ну, я говорю, как кормишь, они выходят. Он там... А вон он, сейчас. Давай покажи зрителям. О! Креветос. Таких вот три. Один вчера линял. Ну, в смысле, линька была. Панцирь скинул. Я смотрю, что-то барбусы жрать начали. Такой крупный достаточно. Это, короче, у него произошла линька. Такие тоже прикольные. Один знакомый ихтиолог мне сказал, что, блядь, через полгода, типа, они приговорят и барбус вот эти, и веселые красные рыбки, креветки. Я в это не верю, я думаю, что они уже организуют свое ОПГ креветочное и дадут им по башке. Так, ну вот у нас креветка, значит. Я говорю, на корм они сразу реагируют, это вот хороший знак, то, что они, как бы, ну, я так понимаю, днищины, ну не днищины, а донные, да, это, ну, со дна, то, что не доели, они подъедают.
вот корм, который упал, потом вылазит сом, ну сом вылазит, надо, ну иногда бывает днем, но в основном по ночам, и это все, короче, это, ну доедает, либо вот рыбу доедает, поэтому нормально, когда корм падает в одно место, короче, ничего не пропадает даром. Ну что, всем спасибо за просмотр. Это был Макасный аквариум. Вот, для меценатов ссылка в описании, ну, на всякий случай. Вот, потому что есть куда двигаться, можно тут вообще интересно сделать. Вот. Вы спросите, а нахера нам? Это же твой аквариум. Ну, я говорю, ссылка в описании для неравнодушных людей. Вот. Может, просто кто-то не может себе позволить завести рыбок, и я периодически буду показывать аквариум. Можно их смотреть, и в принципе аквариум не нужен. Вот, сейчас давайте я поставлю на штатив камеру и под легкую музыку посмотрим. Ну, как живут рыбы, что они делают. Может, сом вылезет. Всем удачки, спасибо, что смотрели. Всем пока.